В жилом массиве Есета Батыра начал свою работу новый участковый пункт полиции. В церемонии открытия приняли участие Аким области и начальник областного департамента полиции. Кроме того, стражи порядка получили более 20 новых автомобилей. Подробности в материале Зарины Утпановой. Пункт полиции общей площадью 466 квадратных метров расположен на первом этаже многоэтажного дома. В помещении созданы все условия для комфортного приема граждан. Оборудованы комфортные места для приема, кабинеты для работы участкового инспектора с населением. Также имеются кабинеты волонтеров, комната матери и ребенка. Для лиц с ограниченными возможностями созданы условия для беспрепятственного передвижения. В участковом пункте предусмотрены места работы инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников миграционной службы, административной практики, пробации. Появление такого участкового пункта говорит о том, что полиция открыта. Наша задача — создать современные комфортные условия в первую очередь для жителей, которые будут посещать пункт полиции. В рамках концепции по обеспечению безопасности в партнерстве с гражданским обществом мы всегда готовы и открыты к сотрудничеству с населением. Помещения оснащены камерами видеонаблюдения. Также рабочие места участковых подключены к видеокамерам на обслуживаемых территориях. Это позволит находиться в шаговой доступности от горожан, снизить количество преступлений и правонарушений в районе. В церемонии открытия нового полицейского пункта принял участие аким области Ералы Тукжанов. В работе полиции много такой работы, которую мы, граждане, не знаем. Главная задача полиции – это сохранять правопорядок и безопасность граждан. В этом направлении я всегда готов сотрудничать и поддерживать. Мы должны со всем обществом противостоять преступности и совместно вести работу. На мероприятии, приуроченном ко дню полиции, глава региона вручил полицейским ключи от 27 новых автомобилей Hyundai Elantra и пожелал стражам порядка успехов в службе. Из 27 машин 12 автомобилей отправятся в районы области. Зарина Утбанова, Самат Каликенов, телеканал Актобе.